В новый дом семья Шишко въехала всего полгода назад. Несмотря на то, что отделочные работы здесь еще не завершены, родители и дети рады, что живут в своем большом доме. Не было пока в жилом помещении только пожарных извещателей. У новоселов есть примета. Только когда этот маленький прибор появится в доме, ремонтные работы завершены. В городском управлении МЧС знают об этом. А потому, как подарок к Международному женскому дню, сотрудники ведомства приехали и установили в новом доме пожарный извещатель. Примерно где-то 5-6 месяцев, вот как мы вселились, еще много недоделанного, еще отделку надо делать внутреннюю. Ну, еще очень много такой, ну, как бы, сам уже жить можно. Как бы так. Ну, отделку еще немножко доделает, муж сам делает. К нам сегодня приезжали устанавливать пожарные оповещатели. Спасибо вам огромное за вашу помощь, за то, что установили. Хорошо, все аккуратно. Установка пожарных извещателей в домах многодетных семей – одна из многочисленных акций в списке добрых дел огнеборцев. В течение года сотрудники МЧС регулярно проверяют условия проживания больших семей, состояние отопительной системы в жилых помещениях, исправность аппаратов, оповещающих о пожаре, а в преддверии праздников, как и полагается, привозят подарки. Наталья Ширко и ее трое ребят получили небольшие сувениры. Мы не забываем, очередной раз вспоминаем о наших женщинах, в первую очередь мамах, многодетных мамах, о тех семьях, в которых у нас много детей. Вот. И мы по возможности всем, кому еще не установили, устанавливаем автономные пожарные извещатели. Пожарный извещатель – очень важный элемент безопасности. Прибор дает возможность своевременно известить жильцов, а иногда и соседей, о реальной опасности. В новом доме семьи Шишко было установлено 4 пожарных извещателя. Сотрудники МЧС уверены, что эти приборы помогут многодетной семье сохранить не только жизнь и здоровье, но и имущество.